Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить новогодние имбирные пряники. Давайте скорее начнем! Поехали! Итак, для начала в сотейник отправляю мед, сахар, сливочное масло, молотый имбирь, мускатный орех и корицу. Топим это все на среднем огне. Такая коричневая масса должна получиться. К массе отправляю разрыхлитель для теста. Одно яйцо и один желток. Хорошо замешиваю. Также в массу добавляю муку. Теперь лопаточкой замешиваю тесто. Когда тесто станет более плотным, продолжаю замешивать его руками. Тесто готово. Оборачиваем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 30 минут. Минут прошло, раскатаю тесто. Из теста новогодними вырубками вырезаю пряники. У меня пряники будут в форме снежинки, Деда Мороза, Снегурочки, елочки, пряничного человечка. Пряники сформованы. Отправляю их в духовку выпекаться на 5-7 минут при температуре 180 градусов. Пряники готовы. Я заранее развела айсинг, и сейчас будем расписывать пряники. Thank you.
Вот такие чудесные пряники у нас получились. Они украсят любой новогодний стол. Готовьте с удовольствием. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!